Здравствуйте, меня зовут Роберт Тидеман. Более 20 лет я работаю в сотрудничестве с командой экспертов, изучающих внутриклеточные процессы. Стресс является одной из основных проблем современного человека. Но не каждый знает, что стресс начинается на клеточном уровне. Мы обратились к данной проблеме, создав продукт, способный поддерживать эффективную работу клеток организма даже в самых стрессовых ситуациях. В процессе изучения стресса ученые обнаружили определенную связь между дегенеративными процессами в организме. Хотя существует множество различных дегенеративных заболеваний, всех их связывает общий показатель — недостаток калия. Степень дефицита калия напрямую связана со степенью дегенеративного повреждения. Более того, клетки не только повреждаются стрессом, но и могут потерять способность восполнять дефицит калия. Так почему же это так важно? Калий является основным регулятором клеточных процессов. От производства энергии до размножения клеток все основные естественные процессы в клетке зависят от функций, выполняемых калием. При нехватке калия меняется порядок внутриклеточных реакций и усиливаются процессы, приводящие к повреждению клеток. В условиях стресса большое количество калия может выводиться из клеток организма за короткий промежуток времени. Почему же тогда наш организм так расточителен по отношению к калию, одному из важнейших жизненных элементов? Чтобы понять значимость этого вопроса, мы должны обратить внимание на соотношение натрия и калия, необходимое для нормального и здорового функционирования наших клеток. Однако в наши дни этот баланс подвержен серьезному риску. Наши далекие предки не имели доступа к сегодняшним количествам натрия в виде поваренной соли. До того, как был открыт процесс приготовления пищи, диета состояла в основном из свежих и сырых растительных продуктов, которые чрезвычайно богаты калием и очень бедны натрием. То есть натрий был очень дефицитным элементом, в то время как калий был в изобилии и доступен в любое время. Именно по этой причине наш организм с годами был оптимизирован на накопление натрия и на щедрое сжигание калия при стрессе. Сегодня соотношение натрия и калия прямо противоположно. Наши современные диеты, богатые натрием в виде поваренной соли, при огромном дефиците потребления калия, получаемого из фруктов и овощей. Когда запас калия в наших клетках истощается, он может замещаться доступным в изобилии натрием. Однако натрий не способен эффективно регулировать внутриклеточные процессы. Вот почему изменения структуры клеток могут прогрессировать со всеми серьезными последствиями. Употребление большого количества калия не всегда может помочь, потому что клетки, поврежденные стрессом, теряют способность восполнять калий. Именно поэтому мы обратились к разработке продукта как к фундаментальному решению этой важной проблемы — нашей эволюционно сформировавшейся реакции на стресс. Создав активную формулу, мы получили возможность направлять калий прямо внутрь клетки, быстро и эффективно. Представляем вам пентакан. Активная формула пентакана способна эффективно помочь восстановлению естественного внутриклеточного метаболизма. Витамин С играет в формуле пентакана важную транспортную роль, способствуя быстрой и эффективной доставке калия внутрь клетки, а также защищая ДНК от последствий стресса. Рибоза же улучшает усвоение калия и способствует восстановительным процессам в клетке. Пентакан имеет форму шипучих таблеток, что позволяет активировать калий прямо перед употреблением. Поэтому каждый раз, когда вы принимаете растворенный в воде пентакан, вы насыщаете клетки своего организма наиболее активной и биодоступной формой калия. Пентакан — залог здоровья клеток вашего организма.